Великая уборка у Могилеве 9 красавіка у областном центре пройдет агульноградский субботник. Основные объекты для наведения чистоты у городе вызначены. Их, до речи, немало. Вот только некоторые. Головная пляцовка, парк отпочинку на Подмиколье. Тут протягнется добропорядкование. Далее у списке парками Огоркова, мосты и путепроводы, прилегающие до установ эдукации и предприемства у территории. Порядок будут наводить уздовж поймы раки Днепра от Пушкинского проспекта до улицы Королева. Поведомили во управлении идеологичной работы, культуры и по справах молоди Гарвыканкама. Пробирать будут на мемориальных комплексах города, а так само распачнуть подрыхтовчие работы на будущей пляцовце для гульни у мини-гольф. На уборку выйдут все предприемства Могилева, громадские объединения, органы территориального самокирования, установа эдукации, а так само простые жихары. До речи, инициатива горожан так само витается. Зробить территорию вокруг своего дома больше утульнее может каждый. Для этого треба звернуться уже по месту жихарства коммунальной организации и обеспечить необходимым инвентаром. Старт массовому наведению чистоты у городе 9:00.